Сейчас я вам хотел бы рассказать про очень интересную движуху, которую я здесь затеял. И называется это движение «Обитаемый остров непрограммистов». Название я пока взял такое, можно сказать, техническое, но с правом быть основным. Возможно, поменяется. Это закрытый клуб непрограммистов сайтов. Почему я его так назвал? Ну, не программистов, потому что там все предназначено для тех, кто не владеет языками программирования и кто создает сайт. Соответственно, для кого? Для тех, кто хочет учиться, обучаться, узнавать новые какие-то методы, новые способы, новые фишки в плане разработки сайтов без знания кода. Зачем я его сделал? Ну, для того, чтобы объединить по интересам людей, кто создает вот именно таким способом сайты. И у нас было такое свое сообщество закрытое, где мы могли бы делиться своими какими-то наработками, фишками. В основном там делюсь этим я, своим опытом, показываю, рассказываю. В дальнейшем я планирую развить это сообщество, чтобы у нас были взаимные обмены заказами. Мы передавали клиентов, например, ты не успеваешь, передаешь клиентам другому человеку, спрашиваешь, сделаешь, да, он берет. То есть вот такой вот момент, да. Какие цели у этого сообщества? Ну, прогрессировать, развиваться, нарабатывать навыки. То есть если вы еще не совсем разбираетесь, во всем понимаете, то в данном клубе мы прокачаем ваши навыки, поможем, расскажем. То есть если у вас будет какой-то клиент, мы можем вас провести по клиенту, подсказать, где как лучше поступить, где там что лучше сделать, где-то, может быть, просто поможем технически. И какие планы? Планы развиваться, больше контента. Сейчас там уже много контента я добавил и добавляю. Если кто-то здесь в чате присутствует, кто уже есть в этом клубе, напишите, что вы думаете вообще по контенту, все ли вас устраивает. Сейчас я бы вам хотел показать это сообщество. Оно сделано на базе группы ВКонтакте. Так, сейчас, минутку. Я сверну презентацию. Так, это моя основная группа и вот закрытая группа. Смотрите, вот так она выглядит. Здесь у нас есть свой чат для общения. То есть можно здесь будет переписываться, задавать вопросы, общаться. Здесь уже добавлено 44 видео. Часть была перенесена из основной группы, часть она уникальна и нигде не публикуется. То есть здесь информация абсолютно уникальна, ее нет ни на YouTube, нигде, ни в платных курсах, ни в бесплатной группе. Буквально сегодня залил обзор на сервис для записи видео с автоматической загрузкой в облако. Добавляю сюда различные макеты готовых сайтов для вдохновления. То есть здесь есть ссылочка, если мы перейдем, то тут очень много различных макетов, они сюда будут добавляться. То есть это такой раздел для вдохновления. И вот еще различные курсы, ну не курсы, уроки, то есть рассказываю про форум с большим количеством платного софта, которым пользуюсь лично я периодически, да, для тестирования каких-то программных продуктов. И вот я показываю, как им пользоваться, что где находится и как там все скачивать. Потом было видео, где я показываю, как я работаю над проектом, и у меня возникла идея, как реализовать тот или иной момент. Я его взял, записал и выложил в группу, чтобы и вы могли, например, там, применять данный там, лайфхак в своей работе. Здесь выложен мастер-класс, который был в ноябре месяце, 11 часов прямого эфира, там 4 дня было марафона. Это тоже будет здесь все размещаться. Снова обзор сервиса по мониторингу активности сайтов. И вот у меня здесь что-то опять контакт глючит. У меня дальше не идет почему-то лента. Так, сейчас что-то контакт вот пошло. Курс по защите паролей KeePass. Его нет ни в платных курсах, ни в тарифе VIP Joomla по-взрослому. Но здесь он выложен бесплатно. То есть здесь вот он есть. Можете его изучать. Плюс здесь я размещаю все программное обеспечение, которое у меня есть, да, которым я пользуюсь, работаю. То есть здесь конструктор, Convert Forms, визуальный редактор, EngageBox, и здесь будут добавляться еще файлы.
То есть вот такое вот сообщество, где очень много полезного контента, я его очень часто добавляю, постоянно, можно сказать, каждую неделю появляется что-то новое. Что по поводу... презентацию, сейчас включу. И давайте вот подытожим, что вы получаете, став участником закрытого клуба. Смотрите, доступ к ценнейшему материалу по разработке сайтов. Доступ к моему личному опыту в создании сайтов, потому что я делюсь постоянно всеми своими наработками, какими-то моментами, фишками, лайфхаками и наработками за долгие годы создания сайтов. Также я постоянно добавляю туда уникальный контент, который я не выкладываю в общий доступ, его нигде нет и не будет, я его не буду оттуда извлекать, куда-то где-то еще публиковать. Доступ к всем записям марафонов, мастер-классов и стримов, которые проводились и будут проводиться в дальнейшем. Все будет там. То есть вот запись данного стрима, который сейчас идет, он будет выложен в этой группе. Какие-то частично моменты я нарежу и выложу в YouTube, да, но самые такие основные важные моменты, они все будут именно в этой закрытом клубе. Доступ премиум расширением и модулям, которые я использую в своей работе, вы сможете скачивать их. Дальше доступ к моему рабочему процессу, то есть когда я работаю над проектом, я записываю какие-то небольшие мастер-классы, которые я считаю, что будут полезны другим. Это тоже будет там публиковаться. Там есть чат жителей острова, то есть мы можем там беседовать и обсуждать. Плюс вы будете иметь пожизненные скидки на все мои обучающие программы, которые будут в дальнейшем. И 10-й пункт – это обмен заказами с другими участниками, о чем я уже говорил ранее. Да? Я и сам буду вам подкидывать заказы, если у меня будут возникать те, которые мне уже либо неинтересны, либо я не успеваю. Ну и 11-й пункт – это помощь и взаимоподдержка. То есть там мы будем общаться, у кого что-то будет не получаться, я уже об этом говорил, мы всегда поможем, поддержим, и вы никогда не останетесь одним. Это все, что касательно закрытого клуба. По поводу стоимости участия, оно, конечно же, не бесплатное, и здесь у меня есть ряд тарифов для участников курса Joomla по-взрослому, то есть кто является участником моей платной программы, для него доступ будет вот такой, то есть тариф VIP – это 500 рублей в месяц, тариф Profi – это 600 рублей в месяц, тариф Start – это 700 рублей в месяц. И подписка на закрытый клуб для тех, кто не является участником моего большого курса Joomla по-взрослому, это 1500 рублей в месяц. Сумма такая, я бы не сказал, что маленькая и не сильно большая, но за тот контент, который вы получаете, это очень нормальная цена, потому что там очень много всякой информации еще планируется, у меня уже расписан план, контент-план, что я там буду размещать. И планов действительно очень много. Также для тех, кто захочет присоединиться уже сейчас, для оплаты участия в закрытом клубе необходимо написать сообщение в группу, бесплатную группу сайта без кода. Написать слово «купить визу». То есть это называется виза на остров. То есть мы покупаем визу на остров. Давайте я вам продемонстрирую. Заходим на основной сайт. В основную группу бесплатную, здесь есть написать сообщение. Заходим сюда и пишем «купить визу», «отправить». И тут же должно прийти сообщение. Так, перейдем к диалогу. Вот смотрите, я написал «купить визу», и мне сразу же в ответ пришло: «Дмитрий, чтобы получить визу на один месяц, переходи по ссылке и оплачивай». Нажимаете на эту ссылку, и в новой вкладке у вас откроется вот такая вот штука. Пишите здесь свой e-mail. И после e-mail, e-mail для того, чтобы вам пришел чек. Вас перекидывают на оплату. То есть здесь вот, пожалуйста, вы можете оплатить любым способом. В частности, карточками. Все, это касательно клуба. Я рассказал, если кому это интересно, то, пожалуйста, можете переходить и вступать. После того, как вы оплатите, вам нужно будет подать заявку в закрытый клуб, и я ее увижу и одобрю.